Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Roblox. Мы сегодня поиграем в новый лифт. Он у нас обновился, это уже 5-я версия. Я не знаю, кого тут нового добавили, кого не добавили, фиг его знает, короче. Тут у нас вышло реально глобальное обновление, тут у нас в спешл пока что зайти нельзя, тут, видимо, пин-код какой-то секретный нужно будет вводить. Короче, здесь интересные плюшки. Тут куча подписчиков успела подключиться, потому что я немножечко стоял в АФК. Потом тут есть VIP-комната, но туда меня не пускает сам лифт и магазин, естественно. Туда еще можно наверх подняться, но там что-то я не разобрался, что там такое. Вот, туда не получаться. Мы идем в лифт, ребята, и будем сейчас рубиться. Кто у нас на этом этаже? Я не знаю, конечно, кто у нас тут. О. Ах ты, ё-моё! Чё так громко? Эта девка из звонка вылезла. Она всех там порешала сразу же. Ё-моё! А ну, здрасте! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, полегче! 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 Тихо. Все, меня никто не убивает. Все, мы ее забагали. Алло, народ! Аккуратно! Тихо, чё ж она такая громкая? Я сейчас... Ах ты, она меня грохнула! Голова так торчит, смешно. Тут, кстати, чувачок с этим, как его, с моей футболкой прикольно бегает. Смешной чувачочек. Так, тут что-то все переписываются. Очень много людей успел подключиться, потому что я некоторое время стоял в АФК, как вы понимаете. И просто целая армия тут, реально. Тут еще ко мне, наверное, много кто в друзья добавляется. Я не всех успел принять. Кого успел, того принял. Так, у нас здесь страшные эти телепузики. Так, ну меня устраивает, знаете что? То, что здесь... Ух ты, вон они. Ни у кого нет каких-то плюшек дополнительных, потому что это только переоткрылось все это дело. И все, как бы считай, заново все начали... О! Нифига себе! Чё за лунтики? Вот именно. Какие-то лунтики, ё-моё. Вот так вылезла байда какая-то. Жесть. Ах ты, меня первого порешали. Просто уничтожают. Так, кстати, я еще, кстати, тут этот... Да, кстати. По-моему, здесь как-то можно посмотреть, а кто ко мне добавлялся в друзья. Честно говоря, я не знаю, где именно это сделать. Вот честно, без понятия. Но как-то в прошлый раз у меня дополучалось. Я не помню только как. Блин, я так и не вспомню. А, вот смотри. Вот тут вот, да, получается? Больше, видимо, никто меня не звал. Ну все, хорошо. Тут еще максимальное количество людей вроде как подключилось. Так, а середина... сейчас с него чего-то... Чего? Кого? Не понял. О, этот гном! Страшная морда, он сейчас всех расфигарит. Народ, лучше разбегайтесь. Он в прошлый раз такое устроил. О, секретное. О, утро настало. Ништяк, все, он активизировался, народ. Это, по-моему, попа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он на меня загрелся, и смотрите. Это чётенько. Он загрелся тупо на меня, а я отсюда не ухожу. Ага, и он прям напротив. Народ, вы его не агрите, не надо это делать. Потому что он на изи вас так поймает. А ну разбежались все. Не нужно вместе держаться, вы что тупите-то? Нужно его как-то обманывать. Все, мы вышли, красавцы, отлично. Это гном, ну да-да-да, гном этот. Гномик. Тут можно высоко, кстати, подпрыгнуть настолько, что можно... А, за карту не вылететь. Смотрите-ка, я только что подпрыгнул. И меня обратно закидывает. Эх, блинский. Не получится, видимо, это дело. Так. Ну, смотри, тут Рома быстрее всех лезет. О, ну домик Гренни. Нифига себе. Тихо. Бабка. Ты чё, алё? Нифига ты шустрая, бабуся. Бабуся весьма шустрая. Тут кровь сверху. Тут идет кровь, ребят. Тут идет какая-то кровь. Это, скорее всего, погибшие люди. Чё там? Чё там мне пишут что-то? Эй, блин, скей! Меня тут это... Зафигарили, блин, я отвлекся. А, Флоки, передай привет. Ага. Привет. Ну, я и так всем вначале говорю привет. Чё, переживаешь-то? Все вот так сказал. Так, ладно, давай. Бабушка там... Ага, бабушка какая-то больно наглая. А чувачок с футболочкой, с моей аватаркой,
Он очень даже неплохо жил, но его тоже убили. Какая... Мэри Кэт какая-то выжила. Да ее тут вообще даже нет. Она в менюшке сидит и кайф... А, нет, вот она. Она выжила, нифига крутая. Написала вау еще. Красава, блин. Вообще ништяк, она повыживала-то, а? Очень круто. Так, Undertale Girl. Ага, ну я в Undertale никогда не играл, хоть и было очень много советов поиграть. Но вот я как понимаю, мордочка такая у нее достаточно страшненькая. И вылезет она, видать, с центра отсюда. Оуч, есть, отлично. Так, где она? А вон она. Она сразу загрелась, это ерунда вообще. Только, народ, не спускайтесь к ней никто, а. Потому что вам сразу крышка. Ой-ой. Она вон, смотрите, стартует в стенку, бежит. Она ускорилась сейчас, у нее какая-то скорость. Она очень быстрая, не толкайте меня туда. Не нужно меня предавать так. Тихо, Кроник, ты куда лезешь-то? Тебя сейчас другие затопчут туда и все. Ну, ты рисковый, конечно. Ну че, монстр, троллишь монстра. Сейчас тебя кто-нибудь потолкнет туда, и уже окажешься ты затролленным. Так что давай-ка не выпендривайся. Хорошо, кстати. Кроник и Рома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, они эти, как его, самые главные преследователи. Еще вот этот вот чувачок, я его сейчас тоже вижу. А-ла-ла, интересный такой ник. А и вот этот вот, про него я вообще чуть не забыл. Как у него? Ероу, Ероу его зовут. Его зовут Ероу, он тоже достаточно популярный. А, это Скромник! Нифига себе! Абджигалибаджи, вот это было жестко. Так, стоп! Действительно, тут полнейший стопарик. Нифига себе! Чё творит? Чё творит? Это лаборатория тут. Ну, тут можно эту взять. Но я уже брал. Я уже брал от SCP этого. Медальку, так что тут ничего, в общем-то, нового. А где он? А вон он! А он застрял, что ли? Я что-то не соображу. Так, надо из рук все убрать. Ага. Он застрял! Чувак его троллит. Ну ладно, один фиг, я уже помер. Можно тоже на него залезть. Блин, ну прикол на самом деле. Залезли. Так, что-то тут Рома пишет постоянно, не пойму. Он там еще с кем-то поругаться, блин, успел, пока я был в ОФК. Я тоже потом пришел, смотрю, что они там, репорты на друг друга бросают. Думаю, что за фигня? Ух ты, а этот чувак тут про. Смотри, у него уже появился этот, как его, летающий топорик. Не топорик, ну, короче, вы поняли, да, что? Я не знаю, как называется, забыл что-то. Топор, во. Ой, да какой топор? Ковер, самолет. Вылетело из головы совсем, как называется. Все, что можно, перечислил, блин. И в последнюю очередь только сказал правильно. Но у меня у самого поинтсов только мало. Только прям очень мало. У нас тут Соник атакует. Ну, в принципе, мы все держимся толпой. У нас все отлично. Все выживаем. Ну, Соник не страшное дело, в принципе-то. Да я не помню, был у нас вообще или нет. Тут этот чувак так круто летает. Блин, он тут вообще крутой. У него все уже есть. А откуда он успел-то? Ты откуда это набрал? Да, это чувачок, который просил привет передать. У него все, блин, есть. Он вообще жесть крутой. Так, он не снимает. Как не снимаю? Снимаю. Я просто сказал тогда вам, то, что я пока что не снимаю, я АФК. Потом вот я вернулся и сейчас снимаю. Че тупите? Не тупите. Девочки, стоп, кто-то пишет. А, девочка пишет, девочки, стоп, прикол. О, все в локе. Так, на превью. А что там было-то? Ага, Гов-качка. Да этот как его? Да снова Соник, ну нафиг, пропускаем его. В качка пока что не, мы сейчас в этого играем. Как его? В лифт, так что тут тоже норм пока что живем. Все окей. Ну что, ребята, все, в общем-то, закончился у нас Соник. Тут уже увидели то, что в прошлой серии я поставил на превьюшку Кроник и вот этого Рому, главных преследователей. Сейчас уже другие преследователи тоже просят меня поставить их на превью. Ну, короче, я уже одному пообещал, так что я его поставлю. Вот, и... А, и меня на превьюшку, ПЖ, Смайлдог. О, это вообще мощная билиберда. Ну, ребят, я, конечно, не завидую сейчас тем ребятам, которых он порубит, а порубит он всех. Это я 100% говорю, это просто сумасшедшая дичь. В прошлый раз он так уничтожал, там это капец просто. Блин, все на один шкаф, вам не кажется, что мы слишком много заняли места? Все.
Все, смотри. Смотри, он всех порубил. Он самый... Он там один чувак выжил. Чего? Он уничтожает все. Как Кроник выжил там? Почему он, а не я? Почему? Все, его тоже рубанули. Там всех рубанули, народ. Никто не выжил. Я вам сразу сказал, то, что этот собачонок, это вообще просто сумасшествие. Честно слово. Так что с ним нужно было быть поаккуратней. Так, ну там еще что ли кто-то просится? И меня в локет и превьюшку. Я АФК, зарабатывать много денег. Ладно, давай. Ну, много, ребят, человек на превьюшку я не засуну, тупо потому, что у меня этот, как его, режимов пока что соответствующих нет. Сегодня же этот, лифт. Ай-яй-яй, глаза, глазенки. Это беда. Если кто-то сейчас сюда загрит ее, то это мгновенно труп. Нам нужен человек, который... Опа, вон, ё-моё. Вы не агрите ее? Надо, чтобы кто-то... А-а-а! Ё-моё! Смотрите! Я красивый. Да-да-да, ты красавчик. Смотрите! Монстр прямо здесь! Ой, какой модный. Монстр прямо тут, ё-моё! Ладно, они ее отвлекают. Я, короче, пойду. Так, фонарик есть. Зашибон. Смотри. Все выжили, блин, ну почти все. Офигенный раунд. Обычно, когда глаза, вообще мало кто выживал. Тут, кстати, какие-то эти появились, страшилки. Ё-моё. Ну ладно, окейушки. Давайте последнего, ребят, монстра посмотрим. На сегодня, наверное, хватит. Но это обновление, я вот главное вам хотел это сообщить. То, что вышла такая прекрасная обновка. SCP-939. Я не помню, кто это точно. А, все, вспомнил. Блин, это такая красная штука страшная. Вон. Может, конечно, я что-то путаю, но, по-моему, это оно самое. Страшило, конечно, еще та. Я помню, когда просто в SCP играл, эта штука мне там попадалась. И я долго не мог понять, что же... Ё-моё! Все. Трупаки трупаками все. Да, это красная страшная морда. Все померли. Все тупо померли. У меня 95 поинтов, и у меня... Они обнулились, к сожалению. Они, к сожалению, обнулились. И вы мне еще сказали, то, что здесь поинты не сбрасываются, когда что-то покупаешь. Так что нужно будет копить и покупать что-то тут есть. Можно вообще просто реально перса оставить. Ого, тут смотри, некоторые люди даже выжили. Ну, тупо потому, что кто-то стоял здесь, денежки зарабатывал, кто-то не здесь стоял. Короче, хитруны. Ладно, ребят, на этом, наверное, мы закончим сегодняшнюю серию. Вот такое вот вышло обновление здесь. Поиграли, посмотрели, так уж по мелочи. Вот, не знаю. О, кстати, Пеннивайз появился, а он был до этого? По-моему, его не было. Секретный левел! Опаньки! Ничего себе! Идем за... Ай, блин! Ну за что? Я так хотел хотя бы немножечко пожить. Смотри, чё! Это который сквозь стены, летающая SCP-шка! Я снова не выжил там. Он меня там уже начал убивать. Я паркур-то не успел пройти. Черт, я понял. Такая тоже была штука. Капец, страшная. Ладно, все, ребята, тогда на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.